Слава Богу, мне в этом году повезло. Вырастились мои тыквы-гарбузики с семечками без кожуры. Как-то так отрезала я. Это попереполовила их, но мы сейчас будем их прямо и кушать. Сами дольки я попробовала, они не сладкие, но это такой маленький он получился. Там есть у меня побольше. Вообще он не тяжелый так относительно. Ну так, до килограммчика. Итак, это очень полезные тыквенные семечки, тем более без кожуры, очень удобно. Надо кушать через день, утром и вечером, и 2 столовые ложки. Это витамин В6, так, В6, по-моему,